Когда волосы секутся, проблема неприятная. Но решить ее можно даже в домашних условиях и очень легко. Берем прядь волос и скручиваем. Волосы, которые посеклись, они будут топорщиться из жгутика. И мы при помощи ножниц сможем почистить волосы от иссекшихся кончиков. Вот таким образом. Конечно, уйдет какое-то время на то, чтобы почистить все волосы, но дело того стоит. И длину волос мы не потеряем, и волосам придадим живой, красивый вид. Такое количество волос можно почистить примерно за 1,5 часа. Удачи!